милостив буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойный есть якого истину блажите тебя, Богородицу, десноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреси из мертвых, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради пречистой Твоей Матери, силу честного животворящего креста и святых ангелов наших хранителей и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко нико лишь сотворик благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твоя и царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадемте блаже, и ангельскую песнь вопиемте сильне. Свят, 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 еси Боже Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, родители в Бога свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извество ваше словесе утверждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещей слава Тебе. И ныне присный во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-гожда деяния обнажатся. Но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоя благости и долготерпения не прогневался еси на меня ленивого и грешного, не же погубил меня себе беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг меня еси, еже утренне славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 115. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал опрометчивости моей. Всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову. Обеды мои воздам Господу пред народом Его. Дорога в очах Господних смерть. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой. Я раб Твой и сын рабы Твои. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы. Имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господне. Посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя. Хвалите Господу все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, ибо истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, да скажет ныне дом Израилев, Он благ, ибо вовек милость Его, да скажет ныне дом Ааронов, Он благ, ибо вовек милость Его, да скажут ныне боящиеся Господа, Он благ, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь терни. Именем Господним я изложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воны. О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же! Благословен грядущий во имя Его, во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!
Бог, Господь, и осиял нас. Бежите вервами в жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя, буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти, спаси, припадай вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховной смерти. Но ущедр меня распнися волею, лежащими в ленности, ускорив остави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне начнем в сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное. Ты бы, еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упования мои, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне рабу Твоему, мимошедшее время, носися без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же утробы испытуй, и сокровенный человек в Еве предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение. Сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающих, от скверных тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом или словом и мыслью, видением или невидением, согрешенный нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судья всех приидет, кому жду отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий, воздвижение в делании, обрящимся готове, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держа празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы есть истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и Тебя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояя окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешным. Не же отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесия. И укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела, вся мне прости, ликом тебя скорбих во все дни живота моего. И аще, что согреших предшедшую ночью, покрой меня в настоящий день и сокрой меня от всякого искушения противного. Да ни в коем гресе прогневаю Бога и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно меня покажет раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое, хульное помышление, от окаянного моего сердца и помрощенного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых освободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Ростислав Авраам, Александр, Александр, Антоний Владимир, Галина, Геннадий, Наталья Евгения, Екатерина, Елена, Игорь, Илья, Ирина, Петр, Константин, Любовь, Виктор, Марина, Михаил, Надежда, Наум, Николай, Ксения, Ольга, Людмила, Роман, Рустик, Светлана, Михаил, Станислав, Елизавета, Татьяна, Юлия, Вячеслав, яко усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила иси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Победы нас сопротивная даруй, и Твоим сохраняй крестом Твоим жительством. Явился еще дней вселенней, и свет Твой, Господи, знаменосен на нас, в разуме поющих Тя пришел еси, явился еси, свет неприступный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери, силу честного животворящего креста и всех святых, помилуй, спасти нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Авва, Отче, услышь молитву нашу. Прости меня грешного и помилуй. Тайное и явное, в уме и в помышлении, и во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подавал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне очерца спасения. И это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал веру Твою святую, страх перед Тобою и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Владычица моя Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покроем оформ любви Твоей. В скорбях и в печалях, и в тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша, Дева Мария. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых и злобных духов, которые могли бы погубить меня. Без покаяния
не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду ты хранил меня, ангел мой, и в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и введи ее в Царствие Небесное навеки. Благослови, Господи, народ твой еврейский, чтобы они приняли Сына Твоего и Иисуса Христа как истинного Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский, другие большие и малые народы, да обратится к Тебе остаток Твой и да изменит жизнь свою. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять верности Богу. Господи, услышь наши молитвы тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов Кирилла, Варфоломея, Ильи, Франциска, Бенедикта и других епископов Кирилла, Анастасия, Сергия, Пармена, Игнатия, Илариона, Тихона, Ануфрия, Максима, Всеволода, Антония, Порфирия, Лонгина и других, и священников и диаконов, Георгия Александра, Дмитрия Артемия, Сергия Иоанна, Андрея Андрея, Михаила, Михаила Виктора, Константина Олега, Владимира Павла, Геннадия Геннадия Наума, Иакима Святослава, Алексия Алексия Николая, Дмитрия Александра, Александра, извергнутых Владимира Анастасия, Максима Андрея, Сергия покрой любовью своею, не дай погибнуть Глебу Грозовскому, не дай отчаяться Владимиру, и благослови всех тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов, Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Слава Господу Богу! За святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный! Спаси нас, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иофавель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию и за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, и дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но мы бы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира Владимира, Александра, Валерия, Сергия Сергия, Михаила, Рамзан Рустам Ильсура, Эрдогана, Джозефа, Эммануэля, Олафа и других правителей, и да продлится еще мир на земле. Даруй нам, Господи, священника, рожденного свыше, и благовестника, и место для занятий, и определи нашу участь, как Тебе угодно. Господи Боже наш, слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Власий, Харлампий, Космай, Демьян, Андрей Стратилат, Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Авраам и Болгарский, молите Бога нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы искренне верили в Тебя в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристового начертания, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя.
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Макарий Алтайский, Филарет Московский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы Феокла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера и Надежда, Любовь и Матери к Софии, Наталья Адриана Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна Елена Нина, Мария Магдалина Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроник и Юния Киприяна Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благослови, Господи, Отца моего, духовного Игнатия, и Отца Иакима, всех братьев Барнаульской Патриаршей общины нашего интернет-содружества. Не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, Господи, даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Хвала Тебе, дивный и милосердный Господь. Молим Тебя об отшедших, призванных на фронт Никита, Никиту Максима и Александра. Сохрани их, милосердный Господь, от всякого зла и греха. Андрея коснись сердца, Сергия Аврааму не дай погибнуть. Молим Тебя о болящих наших, о Сергии, об Антонии, Елизавете, Татьяне, об Ольге. Сотвори с ними по воле Твоей. Илью посети находящегося в узах. Николая Романа, благослови найти работу по сердцу Твоему. Вячеслава Илью Анатолия, укрепи в семейных вопросах. Благослови всех помощников наших, всех участников в деле Твоем. Господи милосердный, благослови Ирину, сохрани ее от всякого зла и злых людей. Молим Тебя, Господи, об обращении маловерующих, неверующих или в ереси пребывающих. Владислава, Артема, Виктора, Павла, Лии, Софии, Ксении, Елены, Ольги, Григория, Надежды, Надежды, Людмилы, Николая, Василия, Марии, Алексея, Максима, Ксении, Виталия, Елены, Галины, Резиды, Розы, Владимира, Игоря, Вячеслава, Ильи, Олега, Анатолия, Юрия, Татьяны, Александра, Михаила, Сергия, Алины, Романа. Да будет как Тебе угодно, Господи. Изгони всякого духа злобы, если это им будет на пользу. Рустик, из Рустика Александр, Роман, Андрей, Игорь, Максим, Владислав, Владимир, Александра. Не дай погибнуть Сергию во грехах. Упокой, Господи, душу усопших, митрополита Илариона, епископ Евтихий, митрополита Феофана. А также помяни наших братьев и сестер, отца Игнатия, Алексия, Татьяну, Серафиму, Неонилу, Ольгу, Сергия, Иоанна, Тихона, Марии и других. Да будет Твоя святая воля, дивный и милосердный Господь. Слава Тебе! Благослови, Господи, издай трехтомное толкование, предохрани от непорядочных людей. На Тебя уповаем, Господи. Благослови водителя, который будет вести эти книги, и всех хранителей этих книг, Господи, милосердный. Слава Тебе! Боже, милостив, будь ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил перед Тобой, Господи. Прости меня, грешный, помилуй. Господи, привищи в молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, приятное благоухание пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Прими наши молитвы, Господи.
а всех заповедавших нам молиться. Спаси их и помилуй. Говори, Господи и Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Всем доброе утро. Благодарю всех за молитву. Продолжим дальше читать Откровение Иоанна Богослова немножко. Кто хочет, оставайтесь.